Здравствуйте, дорогие друзья! Чтобы наш малыш не болел и был всегда аккуратным и чистым, нам необходимо приучить его к гигиене. И с этим замечательно справляется наша новая книжка из серии «Привычка за 7 дней». Она учит малыша разным гигиеническим навыкам. Итак, как же это он будет делать? У него появляется новый друг-поросенок. В книжке малыша ждут много замечательных мотивирующих сказок, алгоритм выполнения разных полезных заданий и еще наклейки, которые он будет приклеивать нашему герою, чтобы тот освоил все-все привычки полезные. А еще наклейки с подарками. А еще вот здесь вот он сам напишет, какой подарок хочет получить. То есть воспитание разных гигиенических навыков у нас будет проходить весело и интересно. Давайте посмотрим, чему же научится наш малыш. Итак, я сам моюсь. Учимся вместе с поросенком мыться самостоятельно. Я сам мою руки. Замечательная привычка, чтобы не болеть. Следующее, пока какая у нас, вот это наши наклеечки, которые мы будем приклеивать за выполнение заданий нашему герою. Я сам чищу зубы, замечательное. И вот здесь вот он будет и среди наклеек выбирать подарки, приклеивать, а здесь напишет, что он хочет получить на Новый год или день рождения. Итак, что же за сказки ожидает нашего малыша? А вот я еще сам надеваю чистую одежду, тоже очень замечательно. Итак, я сам мою руки. Когда поросенок пришел домой, мама ему говорит: «Поросенок, иди руки вымой, сейчас кушать будем». «А зачем мне их мыть? Я их вчера мыл, и вместе с ножками». «Но ты же на улице гулял, значит, микробы к твоим ручкам прицепились». Поросенок внимательно посмотрел на свои ладошки. «Не было там никаких микробов». «Их нет, мама». «Если ты их не видишь, это не значит, что их нет. А на самом деле они там бегают и мечтают к тебе в животик забраться. Будешь брать еду грязными руками, они так и сделают. И он будет болеть?» – расстроился поросенок. «Будет?» – подтвердила мама. «Ну, держитесь, вредные микробы, сейчас я вам покажу!» – сказал поросенок и намылил их мылом. «А теперь вон с моих рук!» Все микробы мигом уплыли прочь. «Там вам и место», — сказал наш малыш. Теперь он был полностью чистым, и злобные микробы не попали в его животик. Вот такая сказка. А теперь алгоритм, как мыть руки. Сначала намыли руки. Второй, потри их друг о дружку как следует. Третье, сполосни теплой водой. И четвертое, вытри полотенцем. Если ты все правильно сделал, то ты должен наклеить вот такую наклейку с ручками. И наклеить не куда-нибудь, а медальку нашему поросенку. И вот так вот надо делать 7 дней подряд. Пока вот такая вот привычка не станет любимой и привычной для нашего малыша.